Доброе утро. Ой, надо сварить себе кофе. Как неудобно все делать одной рукой. Прижимаю животом. А это обычный кофе. Как он? Наверное, жокей. Классический помол. Я люблю кофе черный, крепкий, без сахара, как моя жизнь. Так. Ну-ка, сейчас положу, надо зажечь, ведь плиту тут хер ее зажжешь просто так. Сука, блядь, зажигалки даже нет в доме. Отлично. Зажгла кофе. Сейчас сварится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я даже вот камеру не могу держать нормально. Сейчас налью себе воды. Буду припевать. Будет кофе по-турецки. Ну, конечно же, не такой, как в Турции варят. Конечно же, в Турции вкуснее. Кстати, прекрасная новость. Новый год я встречу не в России. Я встречу его у моря. Сегодня купила билеты. Так, ну-ка посмотрим, как наше народное достояние горит. Да ничего, нормально горит. Полотенце спадает. Я только вышла из душа. Вы сейчас полотенце, подождите, положите. Полотенце застегну. Кстати, вот у меня дома есть пакет с пакетами. Представляете? Вот, значит, такая полка пластиковая. Я где-то купила ее в магазине, товары для... Где-то в товарах для дома. Она угловая. Раньше, когда у меня не было мебели, она у меня стояла в ванной. Сейчас полка стоит в углу за кухонным гарнитуром. И здесь у меня пакет с пакетами. Вот здесь у меня подарочные пакеты. О, их тут много, их тут на всякий вкус. Это вот, допустим, мне что-то дарили, а я не могу выбросить добрые пакеты. Я потом... В общем, я передарю их. Так, о, я забыла. Оно уже закипает, кофе. Так. Пузырьки не видно, но оно уже собирается по уголкам. Попью кофе вкусного. Слава тебе, Господи. Яичко потрясем. Соли добавлять не буду. Сахара тоже. Я же говорю, черный. Без сахара, как моя жизнь. О! Ура! Кофе поспел. Включаем наше народное достояние. Ой, какой вкусный! Я просто представляю, какой он вкусный. Очень вкусный. Ла-ла-ла-ла. Все, это мое доброе утро. Встала, приняла душ. Сейчас поеду в другой город. Доброе утро всем. А, пол второго дня. Доброе. У людей уже обед. Ах, блядь, какое вкусное. Господи, какое вкусное. Все на свете отдашь за такой вкус. Крепкое, вкусное. Что надо? Посмотреть, какая погода. Я включила телек сегодня утром, было минус 9. Представляете, да, вид из окна?
Ну, тут мне приготовлены кружечки. Даже если нет чистой посуды, тут у меня всегда для кофе приготовлено. Ну, это для гостей, я сахар не пью. Я не пью напитки горячие с сахаром. Я вообще сладкие напитки не пью. Газировку поэтому и не люблю. Ой, ну и погодка. Ну и погодка. В Анталии 22. Ну-ка, если пойду нос это на балкон достану. Ой, бля. Ой, бля. Еще снегирей вот тут не хватало, и все. Боже, заболеть еще не хватало. Но на самом деле я очень люблю свечи. Свечей у меня по дому расставлено много. Вплоть до ванны. Вот здесь свеча. Дома, по дому много свечей стоит. Подсвечники люблю. Кстати, идея для новогоднего подарка. Вот здесь две свечи парные. Ну все. Башка высыхает уже. Все. Доброе утро. Всем хорошего дня.